Наверняка у каждого человека есть пример для подражания. Даже в детстве, смотря на спортсменов, политиков, государственных деятелей или артистов, мы хотели быть похожими на них. Поэтому мы решили выйти на улицы нашего города, чтобы спросить у дончан, кто для них является примером для подражания. Да, этот Месси. Но меня вдохновляет своим желанием к футболу. Ты занимаешься футболом? Нет, но хочу. А у вас? Мой отец. Отец? Да. Кто ваш отец? Вадим Николаевич. А по профессии? Бизнесмен. О, мой, наверное, Александр Захарченко, потому что он пробился в люди. Не знаю даже. А в детстве был какой-то вот пример для подражания? Он уже только из певцов кого-то или из актеров. Не знаю, ну, например, Михалков. Вот ему сейчас 70 лет, ну, очень-очень-очень-очень классный, вообще супер. Даже когда я посмотрела рекламу, что ему 70 лет, я, если честно, не поверила, потому что, ну, такой красивый, ну, такой еще сохранился. Думаю, вау, класс. Пример для подражания – заниматься спортом. Именно человека, нет? Денис Минин. Ну, потому что его уже, наверное, знает почти весь мир, и, думаю, он хороший пример для подражания. Как и в здоровом образе жизни, так и, ну, как становиться личностью и развиваться во всех направлениях. Есть у вас пример для подражания? Конечно, есть. Кто это? Мой тренер. Я сам себе пример для подражания.